Понравилось это 9-минутный обзор. Если честно, это вот именно те впечатления, которые я словил, когда первый раз сюда приехал. Типа, вы что, прикалываетесь? Вы сделали доступным все? Зачем? Это глупо. Так, эту собаку зовут Сиси, но сейчас не о ней. Сейчас я бы хотел рассказать вот об этом дядьке. Собственно, это и есть создатель этого места. Его зовут Сальватор. И вот какие факты я узнал про это прекрасное место. Блин, чтоб вы понимали, парень построил это все не совсем в начале легально. И он не был колясочником, да? То есть, представляете, что значит спроектировать и рискнуть построить не совсем, скажем, легально. Там, не знаю, там были какие-то проблемы с правом на землю, еще что-то. Я не вникал в подробности, но про это может поведать хозяйка этого заведения, дочка, так как Сальватор, к сожалению, скончался, Сабина. Вот. Ну, короче, фишка в том, что он все это спроектировал и сделал. И на него потом подали в суд, что он занял какую-то землю и приехало с Германии там около 100 колясочников прямо на этот суд. И типа... Вот отстояли, вот это сказали, да, что это необходимо, а что бы здесь сделали, отель бы другой сделали. Кто-то бы заплатил еще просто больше денег для того, чтобы, не знаю, построить здесь на этой земле что-то свое. И вот мне это нравится, скажу честно, это прям, я бы сделал так же. Наверное, я и делаю так же всегда, так же я делаю совсем. Я верю, что проект первичен. Да, этот мир довольно-таки монетизирован, да, и у нас есть какие-то экономические моменты и принципы. Но вот такие штуки нравятся вселенной, и она разрешает им быть. Когда они честные, когда они помогают, вселенная разрешает нарушать правила. И вот это все типичный пример этому. И инклюзивный бариста, кстати, тоже. Вот. Смотрите, что же будет дальше. Обнял.
меня. Вот ребята так реагируют. Да, 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 давай. If you want, you can try. Так. Опа. Оп. Пронто. Ну вот, собственно, сегодня здесь я буду проводить презентацию, рассказывать о своем путешествии. У меня есть переводчик, вернее, переводчица, поэтому все будет зашибись. Моменты, нафига мне все снимать? Итак, у нас скоро начинается наша движуха, вот ребята уже собираются, приехали, вот здесь вот будет моя презентация. Hello, my friend Bob. We are Mirko. Mirko. Mirko, nice to meet you, Mirko. Пошел в туалет. Все правильно. Мирка. Так, вот, Лена, моя переводчица. А как зовут собаку? А Сабина, это хозяйка вообще всего заведения. Она презентует. И, собственно, сейчас мы все начнем. Sorry, I want to remove my camera. Vai, vai, vai. Sì. Okay. COVID style. Sì. Vai, Sasha. Ok, benissimo. Ok, e fino a qua ci siamo. E mo fai qualche foto pure delle persone che sono qua e così per la stampa qualcosa da mandare ce l'abbiamo. Io vi do, insomma, il benvenuto. Fate come se fosse casa vostra, lo sapete, insomma, tanti di voi, insomma, ci conosciamo da una vita, avete allo... Casca. Tu? Bere? Beh. Non lo so. Sì, ma qual è la sua città natale? Non mettiamo Miso, mettiamo Leda. Eh? No, 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 lui ha partito proprio il primo viaggio, l'ho fatto proprio da Minsk. Perché è la sua città natale però, dalla capitale. Dalla capitale, sì. Interview noi si vogliono... Рассказываем, а для чего это, для кого это, это газета? Для журналистов. Для журналистов, ну, да. Для каких? Газеты здесь. Газеты еще, да. Это место. Минус Капа. Капа, си. Как называется газета? Издание. Их много будет. Латина Оджи. Латина Оджи. О, видишь, смотри, созрело. Созрело, созрело. C'è messo tanto prosecco però. Так. Davvero. Tanto prosecco. No. Так, чин-чин. Cincin? A tu? Basta, è un po' forte. Sì, infatti ci hai messo un sacco di prosecco. No, secondo me c'è un sacco di campari. No, una bottiglia prosecco. Caroci. Ok, spero che poi tanto il giornalista si raggira. Questo è l'intervio di oggi e завтра выезжаем. Все, следите, что же будет начнется мега-блог. Мега.